свою основную супругу Петр взревновал. Казнили и настоятельницу монастыря, казнили и несколько монахинь. Было страшное разбирательство. На него в 812 году свалили вину за то, что Наполеон смог после краха при Березине все-таки улизнуть. Якобы упустил его Чичаков. Значит, это точно масоны. Мировое правительство. Никуда от этого не деться. Заявил, что лучше будет царем Камчатки, чем пойдет на мир с Наполеоном, попилили, выражаясь современным языком. Они стали строить государство, которое я бы назвал громким словом государство апартеида. Стройка была засекречена. Строителям запрещалось даже разглашать сам факт, где они работают. Дорогие друзья, добрый день. Мы продолжаем наши рассказы из русской истории. И сегодня, по традиции, я отвечаю на вопросы наших постоянных телезрителей, подписчиков, радиослушателей, тех, кто присылает вопросы на канал ⁇ Культура ⁇ мой телеграм-канал ⁇ Владимир Мединский ⁇ или в лекторе Достоевске. Связи ВКонтакте, YouTube. Мы выбираем наиболее часто встречающиеся вопросы, касающиеся истории XIX века, конца XVIII века. О них сегодня и поговорим. Но прежде всего небольшое отступление. Среди повторяющихся пожеланий почему-то звучит следующее. Не сидите на столе. Мол, нехорошо сидеть на обеденном столе. Отвечу по пунктам. Во-первых, я не сижу. Я часто просто облакачиваюсь, либо присаживаюсь. Запись длится пару часов и стоять ровно довольно утомительно. Во-вторых, это не обеденный стол, внимательно посмотрите, это письменный стол, на нем пишут. А на письменном столе можно и присесть, ничего страшного. В-третьих, у меня довольно большой преподавательский опыт, начиная с начала 90-х. Мне всегда было неудобно сидеть в аудитории. Сидят студенты и сидишь напротив них ты. Вот примерно так. Сидишь и вещаешь. Конечно, это очень удобно разложить бумаги, подсмотреть, но как-то отгораживает тебя от людей. Я привык, еще с тех времен, когда учился в аспирантуре, разговаривать с людьми, не загораживаясь столами, кафедрами и прочими тяжелыми предметами. Привык стоять в аудитории перед студентами. Если смогу, сегодня выдержу, не садясь. Тем более один замечательный историк, который на протяжении нескольких десятилетий руководил Истфаком МГУ, академик Карпов, недавно мне позвонил и сказал, для популяризатора истории высокая оценка, что он тоже с удовольствием слушает мои лекции, но у него есть одно замечание. Тоже попросил не сидеть на столе, поэтому специально для... ИСТФАКа МГУ и для Сергея Павловича я сегодня буду просто опираться. Так вот, так вот, держаться. Ну что ж, перейдем к вопросам и ответам. Ольга Поморцева. Будьте добры, расскажите о первой супруге Петра Великого, которую насильно отправили в монастырь. Я уверена, что там она приблизилась к Богу. Дорогая Оля, я, честно говоря, сомневаюсь, что Евдокия, первая супруга Петра Великого, так уж сильно там приблизилась к Богу. Это была молодая, красивая женщина. Она сопротивлялась уходу в монастырь как могла, просила заступничества у патриарха. Но после стрелецкого бунта и на фоне кровавой расправы со стрельцами Петр был взъярен, зол и страшен, и слышать ничего не хотел. Велел насильно постричь в монахине свою сестру, царевну Софью. Ранее она содержалась на Новодевичьем монастыре но пострижена не была и содержалась там в достаточно свободных условиях. А Евдокию сослали в Суздаль, в женский монастырь. Но она и там противилась воле царственного мужа. Кстати сказать, Суздаль сегодня одно из самых популярных туристических направлений в России. Я там был десятки раз. Прекрасно Владимир Суздальский федеральный музей-заповедник. Я вам очень рекомендую в Суздаль поехать. Вы можете посмотреть место где содержалась первая супруга Петра I, почувствовать эпоху. Там много замечательных гостиниц, трактиров, кафе, ресторанов. Проведете замечательное время, тем более, что в следующем году вся страна будет отмечать тысячелетие Суздаля, одной из древних столиц Владимира Суздальского княжества, Владимира Суздальской земли, как тогда говорили. Поезжайте в Суздаль. Пока ему не тысячи лет, возможно, там немного подешевле. Евдокия жила в Суздале. Уже через полгода в монастыре скинула платье, как тогда говорили, и стала жить как мирянка. Более того, завела роман с майором Глебовым. Этот офицер должен был за ней присматривать. Ну, возникла симпатия. Длилась эта связь много лет. И когда в связи с делом царевича Алексея выяснилось, что не просто она встречается с майором Глебовым, свою основную супругу Петру взревновал, но и самое страшное, ее в монастыре поминают не как монахиню на службах, а как великую государину, царицу А какая может быть великая государыня-царица? У а нас только один государь, Петр Великий. В таком упоминании Чувствуется запах потенциальной измены. Ну, по крайней мере, он почувствовался Петру. Петр приказал провести расследование. Казнили страшной смертью, жуткой, средневековой. Не хочу даже повторяться, отсылаю вас к своим лекциям о Петре. Несчастного майора Глебова, который, кстати, повел себя как настоящий офицер, настоящий мужчина, никого не оговорил, ни при каких пытках. Казнили и настоятельницу монастыря, казнили и несколько монахинь. Было страшное разбирательство. Режим содержания Евдокии резко ужесточили. И лишь после смерти Петра Петр II изменил ее судьбу к лучшему. Внук перевел свою бабушку в Новодевичий монастырь, в Москву, и назначил ей содержание в соответствии с ее царским статусом. Есть интересная история про то, что уже в 1730 году члены Верховного Тайного Совета, знаменитые верховники, выбирая, кого пригласить на престол после неожиданной кончины Петра II, в итоге они пригласили Анну Иоанновну, подписав соответствующие кондиции. Так вот, выбирая из нескольких кандидатов, они всерьез рассматривали кандидатуру Евдокии, потому что по русской династической традиции супруга, даже бывшая государя имела очень большие права на престол. Уж точно больше, чем потомки Екатерины, рожденные вне брака. Я думаю, что и сама она уже не очень хотела, ей было все равно. Верховники сделали другой выбор. И в 1731 году Евдокия умерла. Слова, сказанные ей перед смертью, сохранились для истории. Процитирую. «Бог дал мне познать истинную цену величия и счастья земного. Вот так философски закончила свою жизнь. Евдокия первая супруга Петра Великого. Некоторые историки говорят, что якобы Петр так быстро охладел к ней, потому что она не соответствовала его темпераменту, уму. То к концу жизни можно сказать совершенно точно, что Евдокия обрела земную мудрость. Следующий вопрос. В данном случае автор скрывается за очень сложной цифровой подписью. Такая специфика YouTube довольно странная, что-то Google такое придумал. Неприличная, не у всех пользователей YouTube и подписчиков читаются имена, поэтому я воспроизводить не буду. Это все живые вопросы, повторяющиеся. Я уверен, что автор вопроса себя узнает. Вы говорите, что, возможно, расскажете подробнее о причинах объединения земель вокруг Москвы, а не Польши. Очень интересно и то, как насаждались идеи, что москали это не настоящие русские. Для меня стало открытием. Не знала об этом, не могла понять, откуда у Польши к нам такая лютая неприязнь. Много вопросов на эту тему это выбрано типично по поводу того, почему именно Москва стала центром собирания русских земель. Гипотетически можно себе представить, что Польша тоже могла бы стать центром некой наднациональной славянской общности, но, честно говоря, лишь гипотетически, потому что это не было бы объединением, как было в случае с Москвой. Скорее всего, это было бы дружеское поглощение или ассимиляция с постепенным окатоличиванием. Например, земли галицко волынской Руси, которые этнически и социально и управленчески, и административно поначалу ничем не отличались от земель Владимирских, Суздальских, Киевских, Черниговских. Эти земли уже в XIV веке, после войны с Великим княжеством Литовским, были разделены. Волынь досталась Литве, а Галич – Польше. Попилили, выражаясь современным языком. Не будем забывать очень важный фактор. Польша – католическая страна. А именно фактор веры в те времена носил определяющее. Много-много кратно больше, чем сегодня значение гораздо более важное, чем национальное. В плане возможного объединения русских земель вокруг какого-то центра правильнее говорить не о Польше, не о Кракове, правильнее говорить, наверное, о Великом княжестве Литовском. Или если полностью произносить название этого государственного образования, в Великом княжестве Литовском и Русском. Это не так долго существовавшее гособъединение, собрала после монгольского нашествия вокруг себя бывшие земли центральных и западных княжеств. Только элита была там литовцами. Литовцы вообще были язычниками на самом деле. Они очень быстро породились со славянами, и там уже было не разобрать, кто там литовец, кто русский. Многие из них православными были. А население русское, население православное. Великое княжество литовское и русское часто путают с Польшей, потому что довольно быстро, уже в XVI веке, они объединились в одно государство. Речь Посполитую. Это было католическое образование. Почему Москва смогла отвоевать у Литвы, у Великого княжества Литовского Русского, а затем у Речи Посполитой русские земли исторические? Почему Москва? Потому что московские князья Рюриковичи претендовали на отчину, на русскую землю целиком. Это была колоссальная, амбициозная цель. Московские князья провозглашали себя великим князем Великая, Малая и Белая Руси, когда они не то, что Белая и Малая не контролировали, они и Великороссию не контролировали совсем, даже в тех границах еще. Но уже в титуле заявляли геополитическую задачу, как бы программу действий. А вы знаете, как психологи объясняют? Большие дела подвластны тому, кто способен поставить перед собой большие задачи. И упорно к этим задачам идти. Московские князья упорно из поколения в поколение шли к макроцели. Собирание вокруг себя, объединение всех отчих, отеческих, исконных русских земель. Такую макрозадачу перед собой не ставили ни литовские Едиминовичи, ни поляки. У них не было представления о русской земле как об отечестве. Скажу современную вещь. Не было стержня, не было государственной идеологии, которая мотивировала и объясняла их действия. Был ли шанс у Польши стать центром объединения русских земель? Исторически нет. Был ли шанс у Литвы, у литовской части Руси? Был. Но для этого им надо было выгнать за зашей католиков, перехватить у Москвы идею Третьего Рима, обрести на поколение госидеологию и к этой цели идти. Но, к сожалению, Литва и большая часть литовских князей и элит сделали европейский выбор, выражаясь современным языком. Более того, объединившись с Польшей, они стали строить государство, которое я бы назвал громким словом государство апартеида, так, никаких современных аналогий с современной Прибалтикой и Африкой. Речь идет о том, что в государстве апартеида отдельно жили католические элиты и подавляющее православное большинство. И даже православные элиты чувствовали себя гражданами второго сорта по отношению к правящим католическим элитам. И им это совсем не нравилось. Они вспоминали только, когда воевать надо было. А так, ну где-то вы там, ниже любой католической шляхты, создание внутри одного государства, двух народов, двух разных вероисповеданий, двух систем ценностей обрекло. Речь Посполитую на историческое поражение и очень помогло Москве объединить вокруг себя всех русских, всех православных. Завершая этот долгий ответ на вопрос, какие русские настоящие, а какие нет, я считаю этот вопрос совершенно антинаучный и неправильный. Все русские настоящие, потому что русские, по моему глубокому убеждению, ну или россияне, как сейчас говорят, хотя это термин, придуманный Борисом Николаевичем, мне не нравится. Русские – это не этническое понятие. Русские – это понятие духовно-политическое, культурное, надэтническое, цивилизационное. Русское это понятие, объединяющее всех людей нашей страны и всех тех, кто причисляет себя к русскому миру, на планете. Так что мы русские, это не значит, мы великоросы из Твери. Нет. Мы русские, это все, кто считает себя частью русской культуры, русской цивилизации, русского мира. Все те, кто живут и работают во благо России. Следующий вопрос. В одной из лекций вы упоминаете, кстати, о русских. В одной из лекций вы упоминаете Тараса Григорьевича Шевченко. Очень хочется услышать от вас его историю, оценку деятельности по возможности творчества. Про творчество я говорить не буду, я не литературовед. Я прошу прощения. Про историю поговорим. Дело в том, что я училась в украинской школе, где в наших неокрепших умах чуть ли не выжигали гордость по поводу причастности к Шевченко Борцу с проклятыми москалями. Выжигали, наверное, на подкорке гордость за борьбу с москалями. Я, я так полагаю. Хотелось бы понять, что этот человек представлял из себя на самом деле, подобно тому, как только благодаря вам я поняла, кем на самом деле был Мазепа. Вот спрашивает наша, видимо, слушательница или зрительница с Украины. Кстати, очень много у нас я передаю огромный привет всем моим землякам и зрителям и слушателям на Украине, получающим много вопросов, самых разных областей современной Украины. Когда ездил к бабушке на поезде на Украину летом, обычно поезд делал остановку на станции Шевченко. Это неподалеку от города Смело. Крупный железнодорожный узел. Там неподалеку родился в Черкасской области Тарас Григорьевич. Шевченко. Кто помнит военную историю, Корзун Шевченковской операции. Такой очень эффективный советский малый Сталинград. Посмотрите. Тогда считалось сражение второго порядка. Все-таки не главные сталинские удары. По современным меркам громадная операция войсковая. В Советском Союзе Шевченко считался зачинателем украинской литературы, чье творчество заложило основы литературного украинского языка. Также он считался борцом. Когда мы учились в СССР, он считался не борцом, конечно, с москалями, а борцом с проклятым царизмом. Шевченко действительно и арестовывали, отправляли на военную службу в качестве наказания, как рекрута. Он служил почти 10 лет солдатом в Оренбурге, в той области. Но ссылали-то его ни за какой, ни за украинский национализм. Про такой тогда никто и не слышал, а за революционные стихи и острую социальную критику, за политическую оппозиционность. Формой проявления оппозиционности, революционности, тогда было что? Народничество. Я имею в виду не террористов из народной воли, народничество как общее течение общественной мысли. В рамках этого общественного народнического движения следовало печалиться о чем? О тяжкой судьбе простого народа. Как, спрашивается бывший крепостной, мой земляк, уроженец Черкасской области Тарас Шевченко мог выразить свое народничество? Естественно, на языке простого народа, а не на языке петербургских салонов или тех представителей имперской интеллектуальной элиты, которые выкупили его за свой счет, за бешеные деньги, к слову сказать, из крепостной зависимости. За бешеные потому, что прекрасно понимали цену такого талантливого художника и поэта, его владельца. В случае с Шевченко, что такое народный язык? Да, конечно, не язык вологодских крестьян или каких-то архангельских поморов. Это диалект русского языка, где он родился и вырос, с определенными диалектными особенностями, которые тогда на Киевщине, Черкащине и отличали разговорную сельскую жизнь от канонического русского литературного языка, языка Петербурга и Москвы. Этот язык находился в том же самом статусе, что любой народный говор, любой региональный диалект русского. Он считался, ну, как бы языком простонародия. Небольшие диалектические особенности, не более того. Сам Шевченко как личность, как поэт, вообще был очень далек от того, что приписывают ему современные украинские националисты. По поводу русского языка времен Шевченко середины 19 века сразу скажу свою позицию. Много ли вариаций и диалектов немецкого языка? Те, кто знает немецкий, ответят мне. Очень много. И зачастую даже сегодня разница между баварским диалектом, диалектами Южной Германии и Северной Германии огромна даже могут не всегда друг друга понять. Такая же разница, по крайней мере, до 19 века огромная была и во Франции. Провансальский язык вообще отдельный язык, сильно отличающийся от языка французов, живших на севере Франции. Китайский язык и сегодня изучается лишь одна утвержденная государством официальная. Я не китаист, могу ошибиться, но мне кажется, это называется как-то Пекинская версия одного из семи-восьми массовых вариантов китайского языка. Я уже не называю там отдельные, как языки окраин Китая, горных территорий, пустынь, буйгуры и прочее. Даже эти семь-восемь вариантов китайского языка настолько разные, что люди просто не могут не понимать друг друга вообще. В чем я веду этот разговор? В русском языке. Таких огромных диалектов нет. В этом уникальная особенность нашего великого, могучего русского языка, стянувшего страну. Те, кто живут на Дальнем Востоке, на крайнем Севере, на Юге, в Астрахане, Оренбурге, на Урале, Петербурге, они, за исключением каких-то <смешных>, смешных нюансов, типа подъезд-парадная <смешных> булка или батон, хлеба говорят на абсолютно одном языке. Внимание, вопрос. А были ли у русского языка диалекты? Ну, такие же, как у немецкого, французского. Да, были. И наиболее распространенного диалекта два. Это малороссийский, он же украинский, и тот, который сформировался на землях бывшего Великого княжества Литовского в Белоруссии. То есть белорусский вариант, диалект русского языка. Это все в XIX веке региональные диалекты. Никакие не отдельные языки, которые были придуманы впоследствии националистами, учеными и политиками. Об этом поговорим отдельно. По поводу Шевченко и его политических взглядов. Вот вам цитата из послесловия самого Тараса Григорьевича к его поэме «Гайдамаки». Поэма посвящена борьбе между казачеством и поляками. Цитирую. Слушайте внимательно, что пишет якобы украинский националист Шевченко. Весело посмотреть на слепого кабзаря, когда он сидит с хлопцем, слепой, под тыном. И весело послушать его, когда он запоет думу про то, что давно происходило, и как боролись ляхи с казаками. Весело, а все-таки скажешь. Слава Богу, что это миновало. Особенно, когда вспомнишь, что мы то есть казаки и ляхи, что мы одной матери дети, что все мы славяне. Сердце болит, а рассказывать надо. Пусть видят сыновья и внуки, что отцы их ошибались. Пусть братаются вновь со своими врагами. Пусть с житом, пшеницей, как золотом, покрыто будет неразмежованно, неразгранично останется навеки от моря и до моря славянская земля. Ну и как это понимать? Какой национализм? Да даже с поляками Шевченко считал, надо жить вместе. Все мы славяне. И земля русская, польская, казачья. Пусть будет не разграничена, не размежевана. Это да, так и панславинизм имперский, говоря в современных терминах. Лучше бы школьники на Украине учили эти цитаты из Тараса Григорьевича. Кстати сказать, большую часть своих произведений в том числе самые интимные, свой дневник, так называемый журнал, который писал Шевченко сам для себя, он писал на прекрасном, чистом, литературном русском языке. Так что не был Тарас Григорьевич никаким убежденным борцом с проклятыми москалями, как его выставили в 20 веке. Его народный язык почитайте, понять его очень легко, совершенно не обязательно знать украинский. Это вовсе не та украинская мова, которая утвердилась в последние 20 лет путем старательного отстраивания от русского. Языковые нормы современной мовы сформированы на основе глицийского, западноукраинского, бывшего под австрийцами варианта русского языка. За счет массового введения в этот язык полонизмов, слов из польского и даже, я вам скажу, более того из других европейских языков. Так что, если бы взяли за основу украинского языка современного тот народный вариант, на котором говорил Тарас Григорьевич, то тогда бы русские украинцы сегодня бы могли прекрасно разговаривать. Без словарей ничего друг у друга не переспрашивать, все было бы понятно. Дальше, как мы прекрасно понимаем, другие варианты регионального говора русского языка, и переводчики нам, и словари для этого совершенно не нужны. Подведу итог. Тарас Григорьевич великий русский поэт XIX века. Русский в том самом смысле как-то понималось тогда. Есть великий русский народ, состоящий из великоросов, малоросов и белорусов. К сожалению, потом Шевченко украинские националисты приватизировали, поставили его наследие под свои знамена, точно так же, как приватизировали и князя Владимира Святого, и Владимира Мономаха, и Ярослава Мудрого, ну и многих-многих других наших общих исторических героев. Что еще можно добавить о Шевченко? Само слово «Украина» он использовал совершенно в другом смысле, чем сейчас. Шевченковская Украина это правобережная часть Днепра, за исключением Волыни. Это Киев, пограничный город, прямо на Днепре расположены. А далее Полтавы, Житомир, Винница, Канев, Черкасы, Белая Церковь цитата вам из Шевченко: Разбрелись конфедераты по Польше, Волыни, по Литве, по молдаванам и по Украине разумеется, в своей Украине Тарас Григорьевич не относил ни Крым, ни Харьков, ни Одессу, ни Николаев, ни прочие уездные губернские города Новороссии. Шевченко прекрасно понимал географию. И Украина у него – это правобережная земля справа от Днепра. Так что, на самом деле, современные украинские националисты вынуждены прятать подлинного Тараса Шевченко от народа. Он им не нужен. Они выдергивают из его творчества несколько строк, где он жалуется как бы на клятых москалей. Стихов у него таких очень мало. Наиболее известное «Жалостливое» есть одно, где он причитает по поводу какой-то несчастной девушки, которая брюхатила москали, бросила. И призывает не влюбляться в москалей. Наверное, москалем был солдат какого-то гарнизона. Загулял. Так что там речь не идет о нации. Там речь идет о солдате. Обещал на девчонке, не женился. Бывает. Дальше начинается обычная манипуляция. Вырвать из огромного творческого наследия талантливого человека самую сочную цитату и преподнести ее как квинтэссенцию его гражданской позиции, как какое-то идейное завещание. Это все неправда. Шевченко талантливый наш общий русский поэт такой же, как Гоголь, наш великий русский писатель. В 2014 году я участвовал в открытии отреставрированного памятника Тарасу Григорьевичу Шевченко около гостиницы «Украина» в самом центре Москвы. Там на подъеме стоит Шевченко, смотрит на дом правительства, смотрит на Москву-реку. Памятник прекрасный, мы его привели в порядок, пригласили на открытие послов СНГ, пришел и посол Украины, будете смеяться, выступать отказался. Наверное, застеснялся. А может быть, был человек образованный и культурный, знал, что если сказать правду, его уволят с работы и отзовут, а врать не хотелось. Я думаю, так оно и было. Ну и, конечно, рассказывая Тарасия Игоревича Шевченко, я не мог не обратить ваше внимание на этот замечательный экспонат. Такой точной шинели, Тарас Шевченко, и служил в солдатах с 1847 по 1857 год, почти 10 лет. В Оренбургском корпусе, так называемый Оренбургский отдельный корпус, он не воевал, в боевых действиях участия не принимал, но были разного рода географические походы. Служба есть служба. Вот это подлинная шинель. Ей Наверное, около 200 лет. Тщательно отреставрированное. Российское изобретение. В такой точно шинели и стояли наши солдаты. Но те, кто успел надеть шинель, не все они были в шинелях. Не обо всех подумали офицеры на Сенатской площади. В таких шинелях воевали на Кавказе во времена позднего Александра Первого и Николая Первого. В таких шинелях воевали с Турцией, с Персией, усмиряли венгерское восстание 1848 года, усмиряли польское восстание 1830 года. Ну и точно в таких шанелях стояли на бастионах Севастополя в Крымскую войну практически лет 40, наверное, с 1818 года. Это главная типовая шинель русской армии. Шевченко был в точно такой же, только у него не было вот этого нижнего красного кантика. Видите, этот кантик назывался ученым. Вообще черный воротничок значит техническая часть, может быть артиллерист, сапер, какие-то инженерные части. А нижний красный кантик это еще дополнительные специальные технические войска. У Шевченко его не было. Цвет пуговиц, посмотрите, есть просто металлические, а были еще желтые. И здесь и на погонах. Это тоже отличало собой определенные виды частей. Ничего случайного в этом не было. Шинель вещь исключительно удобная, потому что носить ее можно было и летом, и зимой. Зимой, понятно, шинель была со специальной подкладкой, теплой, вот такой. Одевали ее, как правило, поверх какой-то утепленной рубахи, потом еще. Вариант кителя мундир, а потом сверху шинель летом. Шинель могли одеть прямо поверх рубахи. Так как она суконная и довольно легкая, без подкладки совсем легкая. Ее можно было по уставу расстегнуть, оставив только на верхней пуговице либо на крючке. Полы этой шинели также приподняв, где-то вот так вот застегнуть, она была как пиджак примерно по длине. И получалось очень удобно как в халате в Средней Азии. В жару не жарко. Зимой не холодно. На бастионах Севастополя фотографии, если посмотрите, старинные. Часто поверх рубахи нательной. Шинель в том числе и летом. Ну и, наконец, я шинели эту разверну. Обратите внимание на спину. Расстегнем хлястик. Это потом уже у советских шинелей все это больше в степени для красоты. Тогда это имело сугубо прикладное значение. Клястик расстегивался. И легким движением руки вот такая вот получалась ширина. Разверните, и шинель станет для вас одновременно. И большим теплым одеялом, в которое можно завернуться дважды. И даже растянуть на палках при желании будет палатка. Шинель для солдата это все. В любую погоду. Нижним чинам палаток не полагалось. Поэтому расстегнул шинель, завернулся, подложил что-нибудь под голову и спишь спокойно у костра относительно в тепле. Вот шинель солдата Тараса Григорьевича Шевченко. Почему в России говорили на французском? Ну, это имеется в виду 18-19 век откуда это пошло и с какой целью. Действительно, примерно начиная с середины 17 века еще, французский язык стал в Европе языком международного общения. Почему так произошло? Да потому что Франция, это эпоха Людовика XIV, короля Солнца, была наиболее мощной в промышленном, в экономическом, в военном плане державой Европы. Естественно, французская культура, французский язык стали частью французской экспансии. Когда Россия при Петре I стала полноценным субъектом международной политики, частью европейского сообщества, как бы сейчас сказали, то знание французского стало обязательным и для русских дипломатов, и для русской аристократии также стало модным, для деятелей культуры, для деловых людей. Любопытно, что и по сей день язык международного общения, язык, на котором говорят люди разных национальностей, в общении между собой, называется лингва франка, то есть язык франков или французов. Откуда повелось это выражение? Тогда считалось, что на этом языке, который представлял себе некую смесь Итальянского, провансальского как раз, как варианта французского языка говорили торговцы средиземноморья. Вот язык франков. Постепенно лингва-франка стала языком международного общения. Так же, как латынь была языком научного общения. Греческий язык был общим языком лингва-франка для восточных христиан. Идиш какое-то время был языком общим для евреев, проживавших в самых разных частях нашей планеты. Русский язык сейчас является лингва франка для всех на территории бывшего СССР. Реликты французской языковой гегемонии до сих пор сохраняются, особенно в дипломатической практике. Французский язык – язык дипломатов. Аташе – это дипломатический ранг, отнюдь не чемодан, не кейс, конце приглашения на мероприятие дипломатических когда пишут по латыни РСВП. Это не резервейшн какой-то, как пытаются на английском манере это расшифровать. Это респонд сильвупле, то есть просим подтвердить приглашение, просим ответить. Демарш – это всего лишь дипломатическое выступление по какому-то поводу. Ну, сейчас уже приобрело больше резкий характер, димаршем называют не обязательно выступление, это может быть уход делегации, например, из зала заседания ООН. То есть предприняли димарш. Журфикс никакого отношения к журналистам не имеет. Журфикс это с французского фиксированный день. То есть изначально, видимо, как-то было связано, опять же, с дипломатическими вопросами, но сегодня чаще журфиксами называют встречи, проходящие в фиксированный день на неделе. Например, еженедельный брифинг для журналистов, так называется, журфиксом в МИДе. Ну и так далее, и так далее. У кого есть автомобильные права, внимательно посмотрите. Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, там до сих пор под русским языком все-таки не английский, а французский. Это эхо того самого лингва-франка 18-19 века, когда главным языком международного общения был французский. Не только у нас. Еще большая группа вопросов по поводу Павла Васильевича Чичагова и вообще по поводу адмиралов Чичаговых. Просят вспомнить, рассказать про отца, про сына. Чичаговым не повезло. Не повезло в нашей исторической памяти. Наиболее известно два. Отец. Адмирал Василий Чичагов, главный герой русско-шведской войны очередной 1788-1790 годов. Его победу в морском сражении под Выборгом называли тогда Трафальгаром Балтики. Однако триумф Чичакова оказался в тени русско-турецкой войны того же примерно времени, когда взошла звезда адмирала Ушакова. Ну и, к сожалению, ради убедительные победы в войне на юге, Екатерина II решила не размениваться, а свести их ничьей, практическую выигранную тогда войну с Швецией на севере. Так что Василий Чичагов остался в нашей исторической памяти не как победитель при русском Трафальгаре, а более известен благодаря популярному историческому анекдоту. Якобы на докладе по поводу своей победы у императрицы он так увлекся, так распалился, рассказывая о подвиге русских моряков, что перешел на, мягко говоря, не литературный язык. Его никто не перебивал. Где-то в середине рассказа он спохватился, смутился, э -э пал перед императрицей на колени с извинениями. Однако мудрая Екатерина сказала, «Ничего, продолжайте, адмирал. Я ваших морских терминов не разумею, ничего не поняла. Сын Чичагова, Павел Чичагов, тоже офицер, служил под командованием отца и стал блестящим, многократно награжденным за храбрость морским офицером, англоман, человек очень независимый, в Англии учился морскому делу какое-то время. У него интересная очень личная история. Длинная-длинная любовь к одной англичанке. Капитанская дочка, к слову сказать. Дочери какого-то капитана английского морского корабля военного. Никак у него не получалось. Англичанка, протестантка. То отец ее был против брака с этим русским варваром. То наши власти не давали ему согласия. Никак он не мог с этой своей возлюбленной на протяжении долгих лет соединиться. В конце концов, уже при Александре I, устроив свою личную жизнь, адмирал Чичагов много лет был морским министром. Но так уж получилось, что командовать по-настоящему большой армией этому боевому моряку и хорошему администратору пришлось не на море, а на суше. И вот этот опыт оказался не очень удачным. Правильно сказать, неудачным был пиар вокруг Чичагова. На него в 812 году свалили вину за то, что Наполеон смог после краха при Березине все-таки улизнуть. Якобы упустил его Чичаков. Якобы он моряк не умел правильно распорядиться сухопутной армией. Он командовал одной из частей русской армии, которая преследовала Наполеона. К сожалению, это несправедливое шельмование было популярно и при дворе, и попала в литературу. Тут внес лепту наш баснописец Иван Крылов. У него есть такая искрометная басня «Щука и кот». Вы ее наверняка помните по школе. Он недвусмысленно намекнул на военную некомпетентность адмирала Чичагова. Так бывает в русской литературе. После гениального пушкинского Бориса Годунова уже Борис Годунову никогда не отмыться. Он точно виноват в смерти царевича Дмитрия. После эпиграммы Пушкина на Воронцова, Воронцов стал полумилорд, полукупец, полуподлец, полуневежда. А после картины Ильи Репина, ну кто же станет сомневаться, что Иван Грозный убил своего сына. Хотя на самом деле картина называется «Иван Грозный и сын его Ивана». Крылов тоже оказался по отношению к Чичагову несправедлив. Чичагова при дворе, выражаясь современным языком, захейтели подвергли в обществе такому жесткому буллингу. И он обиделся и уехал за границу, в Англию, на родину своей жены. И довольно долго там, в Англии, прожил. Обиделся до такой степени, что долго-долго не хотел домой возвращаться. Увы, так бывает. Но если будет у нас время, как-нибудь к фигуре Чичагова еще вернемся, потому что это действительно интереснейший и замечательнейший персонаж нашей военной истории. Следующий вопрос. А почему на медали 1812 года изображен масонский знак? У многих учителей истории, любителей истории спрашивал, но нормального ответа не услышал. Подскажите, пожалуйста, заранее спасибо. Речь идет о знаке всевидящее око. Треугольники. Как на долларе. Его принято считать масонским, тем более, что он присутствует на американской валюте, а если он есть на долларе, значит, это точно масоны. Мировое правительство. Никуда от этого не деться, это всякому ясно. Но на самом деле всевидящее око у нас использовалось довольно часто – в наградной системе, причем не только на медалях, связанных с войной 1812 года. Этот знак есть на медалях и за Крымскую войну. Медаль называлась в память войны 1853 56 годов. И даже на медалях за русско-японскую войну начала 20 века. Причин несколько. Во-первых, всевидящее око – это символ Бога, который все видит, от которого ничего не укроется. Знак этот был весьма распространен тогда в интеллектуальной среде. Так что, скорее всего, масоны его сплагиатели, а не наоборот. Во-вторых, главная причина. Россия – страна многоконфессиональная. Медалями награждают и православных, и протестантов, и мусульман если медаль бы содержала христианские символы, то некоторым иноверцам, но вот в первую очередь, конечно, мусульманам, медаль с христианским крестом могла показаться некомфортной. Поэтому требовались какие-то религиозно-конфессионально нейтральные символы. И наше мудрое руководство имперское корректно помещало на солдатской медали Нейтральный знак символ всевидящего Бога. Символ этот не канонический, но всем понятно: Бог един. Дороги к нему ведут разные, а Бог один. Знак этот подходил для всех и ничьих религиозных чувств не оскорблял. Следующий вопрос. Точнее говоря, опять большая группа вопросов примерно одного порядка. От разных наших телезрителей касается отношений внутри семьи Романовых между Александром, Константином, Михаилом, матерью после заговора и смерти отца, убийства отца Павла I. В какой степени виновен был Александр и как винили его или не винили другие члены императорской семьи? В одном из вопросов четко формулируется, что Александр I был виновен и причастен к убийству отца. Мы до сих пор не знаем и не понимаем, причастен – это очень размытое понятие. Разница между осведомлен о заговоре или осведомлен о возможных настроениях заговорщиков. Участие в заговоре – большая разница. Тем более большая разница между участием в заговоре пассивное или активное или участие в убийстве. Это все совершенно разные степени осведомленности, причастности и, соответственно, разные степени вины. Я вам напомню. Спиранский руководил юридической частью обвинительного заключения по делу декабристов и, будучи выдающимся юристом и законником, разделил степень вины на 12 разрядов по степени участия в заговоре. И, соответственно, это было 12 видов наказание от увольнения со службы, начиная, или отправки на Кавказ, ну, просто в действующую армию, вплоть до, прошу прощения, четвертования, замененного императором Николаем I на повешение. Что касается Александра I, то в целом историки сходятся в том, что, наверное, он знал о существовании заговора, но без какой-то конкретики. И уж тем более точно не мог предполагать, что дело дойдет до убийства его отца. В отношении будущих после этого отношения Александра I с матерью нам, честно говоря, мало что известно. Мы знаем, что Мария Федоровна добивалась от сына расследования и преследования участников заговора. Прямых репрессий тогда не было, но постепенно все заговорщики были отодвинуты от власти и в большинстве своем удалены из столицы. Что она чувствовала? Что могла чувствовать супруга, вдова? Есть свидетельство Николая Соблукова. Я процитирую. Мария Федоровна, одетая в глубокий траур, бродила по ночам среди мраморных памятников и плакучих ив, проливая слезы в течение долгих бессонных ночей. Есть свидетельство, что она пыталась потом, спустя годы, как-то более активно участвовать в политике, продвигала какие-то идеи. Но Александр I же был очень умный, хитрый, коварный. Сфинкс, северный Тальма, как называл его Наполеон. Он был почтителен, вежлив, но делал то, что считал нужным сам. Поэтому реального влияния его мать Мария Федоровна на политику не имела. Например, известно, что в 1812 году она активно состояла в партии мира, и с большой частью двора и семьи настаивала на заключении мира сразу после вторжения Наполеона. Но Александр, как мы помним, проявил классическое свое упрямство, правильное, заявил, что лучше будет царем Камчатки, чем пойдет на мир с Наполеоном, и поступил так, как считал нужным, по-своему. И сегодня, спустя 200 лет, мы можем сказать, что поступил единственно верным образом. Вообще про всех русских императриц, начиная от Марии Федоровны, можно рассказывать очень много интересного. Такой рассказ, честно говоря, есть в моих планах, но будет ли он реализован, все зависит от времени. Трудно сказать. Следующий вопрос. Расскажите про титул «Князь императорской крови». Для чего он был введен императором Александром Третьим? Это интересная тема. Еще понятие «принц крови» появилось еще во Франции. Во времена Средневековья у Дюма много принцев крови фигурирует. Так называли законных потомков по мужской линии французских королей, которые стояли где-то там в хвосте очереди и могли теоретически унаследовать французский престол. Ближайшие родственники короля, ближайшие наследники, то есть сыновья и внуки, назывались по-другому, назывались членами королевской фамилии. В России ситуация была другая. В России с прямыми законными наследниками престола по мужской линии долгое время были проблемы. И мы с вами в рамках нашего курса русской истории 18 века видели, кто только у нас в 18 веке не правил. Потому что не было прямых законных наследников. И, соответственно, надобности в каких-то особых титулах, отделявших наследников в первую очередь от второй, третьей, просто не существовало. Ситуация стала меняться после Павла I. У Павла было 10 детей. За исключением, по-моему, одной девочки, все прожили довольно долгую по тем временам жизнь. Несколько сыновей. К сожалению, правда, у Александра Первого и Константина Павловича дети были, но незаконорожденные, поэтому они прав на престол не имели. Зато у Николая было четверо сыновей взрослых. У этих сыновей тоже были сыновья и дочери. Таким образом, членов императорской фамилии, стоящих в очереди на престол, великих князей, после Николая I действительно появилось довольно много. И тут я вам расскажу историю, которая, конечно, неприятно слышать монархистам. Я сейчас сторонником монархии Открытым их немного или латентным, скрытым в нашей стране их, кстати, немало, потому что содержание императорской фамилии всех этих князей различных обходилось государству в кругленькую сумму. Каждый великий князь или княжна получали годовое содержание 36 раз выше жалования генерал-майора. Более того, княжные обходились к казне еще дороже. Потому что, во-первых, они не работали. Князья-то хотя бы все служили. Жалование получал большое, а в конечном счете все равно служил в армии. А княжны, выходя замуж, получали приданное миллион рублей. Колоссальная сумма по тем временам. Когда наступило время царствовать государя Александра Третьего, этот вопрос был поднят на повестку дня. Дорого обходятся казне в стране все эти многочисленные расплодившиеся великие князья. Как писал госсекретарь Половцев в дневнике после беседы с Александром III, в кавычках, в интересе значения верховной власти необходимо ограничить число лиц, пользующихся положением, которое присвоено императорским высочеством. Таких лиц 40 лет назад было всего 5, а теперь 23. Следовательно, через 40 лет их будет больше 100. Сможет ли Россия выдержать эту цифру? Не было тогда списков Forbes многочисленных. Тогда бы госсекретарь Половцев и государь император Александр III знали бы, что Россия много чего может выдержать куда больше ста. В итоге Александр III из соображения экономии госбюджета указом 1885 года ограничил круг лиц, имеющих право на титул великих и соответствующее содержание. Великими князями стали называться только прямые потомки, то есть дети, внуки, тех, кто находился на престоле. А вот братья, сестры и потомки братьев, сестер – это просто князья крови. И этот новый закон ударил по потомкам и великого князя Константина Николаевича, ну и многих-многих других. Два этапа было бюджетного секвестра. Во-первых, Александр III, экономный монарх был, молодец, сократил денежное содержание и собственно великих князей, то есть своих собственных детей, внуков и детей и внуков своего отца. Оно было установлено примерно в 15 тысяч рублей в год до достижения совершеннолетия и в 150 тысяч рублей после достижения совершеннолетия. Это ну, так пропорционально в два раза меньше, чем было раньше. А что касается принцев крови, князей крови, было еще меньше. Примерно получали они раза в полтора-два меньше содержания, чем великие князья. А потом им просто определялся некий арендный бизнес, с которого они могли не работая, а получать аренду. Ну, все так или иначе служили, просто было не принято бездельничать. Они получали фиксированную ренту с арендного бизнеса, либо получали некий пакет ценных бумаг, с которого тоже могли жить на проценты. И бизнес этот арендный, и недвижимость, и пакеты бумаг были немаленькими. Намного превышало это жалование армейского генерала, так что не бедствовали. Жемчуг, конечно, был у принцев крови мелковат. Жизнь на фоне великих князей казалась им тяжела и неказиста, но с голоду никто не умирал. Александр Третий молодец. Следующий вопрос. Были ли террористические ячейки России 19 века связаны, как сейчас сказали бы, со спецслужбами других государств? Это модная тема. Связать нашу внутреннюю оппозицию обязательно с иностранной разведкой. Нет. Ни с ЦРУ, ни с МОСАДом, ни с МИ-5 связаны наши народовольцы не были, тем более, что этих спецслужб тогда еще даже в планах не существовало. Была у них какая-то связь с польскими заговорщиками, но это не были иностранные спецслужбы. Тогда, простите, Польша была неотъемлемой частью Российской империи. И вообще никакой Польши не было. А было несколько русских губернаторств на территории современной Польши. Поэтому нет, это сугубо отечественное явление. Я не знаю, может быть, сейчас в архивах спецслужб появятся какие-то новые рассекреченные документы, которые докажут все-таки связь Халтурина с Желябова, Перовской, иных цареубийц и террористов с английскими и французскими спецслужбами, не знаю. Я поинтересуюсь у Сергея Евгеньевича Нарышкина, он точно знает случай кого бы то ни было. Тем более, что он блестяще сам разбирается в русской истории и очень ее любит. Интересный вопрос. Узнаю. Далее. Трансполярную железнодорожную магистраль будут ли строить заново? Расскажите историю строительства. Но это долго можно рассказывать. Идея строительства железной дороги по северу империи. От Мурманска до Архангельска и потом аж до Чукотки возникло где-то примерно в те же времена, когда начали строить трансип на Дальний Восток. Назвали эту магистраль будущую трансполярной. Грандиозный был замысел на том уровне техники невероятный. Но самое интересное, что ее начали реализовывать за год до начала Великой Отечественной войны. В 1940 году Сталин принял решение о начале строительства. И начали строить сначала северо-Печорскую железную дорогу. Это до Воркуты. Строили ее, как тогда было принято? Заключенную ГУЛАГа ускоренными темпами. Особенно ускорились они во время войны, потому что мы потеряли ведь Донбасс, угольный бассейн. Нужно было доставлять Воркутинский уголь в центр страны. Считается даже некоторыми исследователями, что строители там жили лучше, чем заключенные в других частях страны. Почему? Потому что что-то перепадало из поставок по лендлизу. лизу ленд -лиз шел через Архангельск, поэтому вместо черного хлеба, черного хлеба у них не было, ели они белые американские булки якобы. Много у них было тушенки. Настолько, что из консервных банок стали делать крыши бараков. Наряжали заключенных какие-то немыслимые американские спортивные костюмы, желтые башмаки с каучуковыми подошвами. Все это было бы весело, если бы не было так грустно. Так или иначе, после войны строительство продолжилось в сторону Норильской, но она осталась недостроенной. Тем не менее, где-то несколько сот километров дороги существовало. Стройка была засекречена. Строителям запрещалось даже разглашать сам факт, где они работают. Ну а после массовой амнистии при Хрущеве проект этот вообще закрыли, как экономически бессмысленно, и забросили. В середине 60-х годов в Западной Сибири было открыто Уренгойское газовое месторождение. Неожиданно выяснилось, что Сталинская железная дорога прокладывалась как раз там, где и было необходимо. Однако за эти годы все построенное развалилось, все нужно было начинать сначала. Ничего из этого не получилось. По-прежнему работает только, мне кажется, дорога, могу ошибаться – построенная перед войной и во время войны до Воркуты. И еще там есть какие-то несколько небольших участков. Я не буду вас утомлять названиями малоизвестных северных станций. Скажу лишь одно, что если мы хотим быть великой северной страной и осваивать безграничные богатства Северного Ледовитого океана, тем более, что предки дали нам возможность унаследовать весь шельф богатейший шельф Северного океана. Если мы действительно полагаем, что с постепенным общим климатическим потеплением нам объективно придется двигаться на север в освоении этих земель, конечно, к строительству трансполярной дороги придется еще вернуться. И тот план, который был замыслен в условиях полного отсутствия строительной техники, всех современных технологий, киркой, и которые смогли начать реализовывать успешно наши предки, рано или поздно либо нам, либо нашим потомкам сделать придется. Обязательно трансполярная дорога у России будет. Это неизбежно, объективно необходимо. Заканчивая наш цикл вопросов и ответов, вопросом про будущее железнодорожное строительство, хочу сказать одно. Железные дороги – это скрепы, стягивающие нашу страну. В условиях нашего климата самая экономичная, самая эффективная дорога, самая работающая ⁇ это дорога железная. Поэтому трансполярную магистраль, которую задумали еще при царях, начали реализовывать при Сталине накануне войны, обязательно будут строить. Задача освоения севера становится все более актуальной, все более перспективной. А жаловаться на климатические трудности... Вы знаете, просто стыдно. С современным уровнем развития технологии наши предки 70-80 лет назад с Киркой могли построить на крайнем севере сотни километров железодорожного пути. Ну а мы что, не справимся? Без этого Россия великой северной державой никогда не станет. Так что есть трансип, есть бам, будет обязательно и трансполярная железная дорога. На этом, наверное, поставим многоточие. Я, как и обещал, всю передачу стоял перед вами, не приседая на стол. <Han vaccine> Больше так не смогу. Спасибо вам за любовь к русской истории. До следующих встреч.